сверху на стенке черную вот такую вот фолию нашла у себя. И вложу ее только по стенкам.
раз как я хотела. Закрыла всю, где песочек был, где свободно было, все закрыла. Его в землю и высыпаю. Сыпаем. Я думаю, этого достаточно.
что она немножко еще вяжется, трясется. Ключик уже видели, что можно не закинуть. Еще сюда там денег можно закинуть. Теперь уж точно все сюда хватит. И сюда я... Так, 4, наверное, тачки. 4 тачки вошло. Ну и в каждой, наверное, ведра по 3, я так думаю. Вот. Все, сюда хватит. Надеюсь, что потом вот эти все вот маленькие, которые оборванные, вот эти вот корешки не вырастут. Но корешки есть во всякой земле. Если земля сорняк не родит, значит, она ничего другого родить не сможет. Ну все, теперь я делаю для второй.